Давайте сделаем масло с блестками. Мне почему-то хронически оно стало необходимо, а какое-нибудь никсовское масло стоит очень дорого. Я решила, что альтернативу можно сделать. Но я делаю не сухое масло, потому что в сухом есть ряд химических элементов, которые меня не очень устраивают. А мне нужно масло, которое прям масло, которое будет увлажнять кожу и продлевать загар. Смотрите, я сегодня беру масло авокадо, масло виноградных косточек, блестки декоративное золото и пигмент декоративное золото. Надо сказать, что вот с отдушкой я как раз сейчас не определилась, но буду определяться в процессе. И взяла еще флакон 110, и он на самом деле для меня оптимален для тоников, лосьонов, для масел каких-то, которые мне действительно нужны на сезон. Итак, наливаю. Чуть меньше 50 мл масла авокадо рафинированного. Оно такого зелено-желтого цвета. Дальше наливаем еще одно зеленое масло виноградных косточек, тоже рафинированное, чтобы вместе у нас получилось 100 мл. Почему 100, а не 110? Открою страшную тайну. Мы сейчас будем в эту прекрасную питательную смесь всыпать очень много блесток. Берем пигмент. Смотрите, он будет вот примерно вот так ложиться на кожу. На загорелой коже будет выглядеть очень классно. Берем обратную сторону ложки. И щедро насыпаем туда. Примерно 2 грамма. Так, и берем блестки. Берем вот это добро. И всыпаем его в масло. Мы получили вот такой красивый цвет. Чем я буду пахнуть? Я буду пахнуть манго. Восемнадцать капель прекрасного манго. Вы не только будете пахнуть и блестеть, у вас еще кожа значительно улучшится после такого зелья. Ну что ж, мы получили вообще классную штуку. У кого еще такого нет?